Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на необычное видео на моем канале. Прямо сейчас я нахожусь в Black Star Karting, и, в общем-то, вот этот замечательный чувак, которого зовут Раш, а может, ты со мной хочешь поздороваться для начала. Да. У него написано Black Star, наверное, он какое-то значение все-таки имеет к этому всему мероприятию. Короче, на самом деле, шутки в сторону, Раш вызвал меня на гонку, без всяких сейчас замешек мы просто сядем в эти карты и отправимся на зарубу, грубо так говоря. Точно. Ты вообще как ездишь? Я отлично езжу. У меня рекорд 38 секунд. Я тебе скажу так, учитывая, что главное преимущество... Назови вот реально самые три просто пункта Black Star Karting, которые вот, прям вах, прям хочется вот, чтобы захотелось поехать мне сейчас. Сесть и Black Star Karting топнуть. Это самый экологически чистый карпинг, потому что он кто-то въебался. Ну, это нормально. Это нормально. Нормальная ситуация, так. Помогите кто-нибудь! Все плохо, как обычно. У нас все как обычно. Короче, я так понимаю, во-первых, это электрокартинг. Электрокартинг. То есть не бензинка. Нет выхлопа. 7000 оборотов на ось, 31 лошадь. Так. Кнопка Boost. Так. Раскрывает все возможности этого картинга на 100% при нажатии на 5 секунд. Он прям едет. Едет. Мы сейчас проверим. Слушай, ну я предлагаю не затягивать. Короче, я вот там присмотрел карт под номером 13. Я думаю, что я прыгну на него, садимся и устраиваем дуэль. Соответственно, ну, я думаю, просто ради интереса прокатимся. Я, короче, катался только на бензинках до этого и, как бы, ну, честно, не знаю, трассу еще. Думаю, что выучу и посмотрим, кто из нас кого порвет. Давай. Специально для тебя, ради интереса, этот заезд. Все, погнали по карте. Блять, ну это уже какая-то, по-моему, нечестная хрень, если честно. Блять, куда он уехал-то? Короче, ребят, у меня есть одна мысль. Что если я ему сейчас устрою? Короче, я попробую на этом картинге, только тихо, выехать в город, в Москву. Сейчас попробую, я там увидел одно местечко, где можно выехать. Попробуем на картинге покататься по Москве. Вот сейчас Раш побегает за мной. Погнали. Пацаны, происходит какой-то полный пиздец. Я еду по Москве, блядь, на картинге. Ощущения, ребят, просто пиздецкие. Ебать, мне в глаза налетело. Короче, я вообще не знаю, где я еду, потому что я даже не знаю, какой это район Москвы. Бля, вот это я угарнул над Рашем, мне кажется, он оценит. Интересно, он там со мной не бежит еще? Бля, ребят, мне кажется, лайк можно за такой контент. Я здесь не расставит автобус. Да меня уже столько смотрело патрулей. А, блядь. А, ребят, это просто жесть какая-то. Тимати, прости меня, пожалуйста! Короче, пацаны, мне кажется, что это. Надо где-то остановиться, передохнуть, потому что это просто какая-то дичь. Я просто уже наглотался песка, поэтому я сейчас день тормозну. Я не знаю, что делать дальше. Автобус, не задави меня, пожалуйста.
Бля, пацаны, это какой-то пиздец. Я просто пол Москвы, блядь, объехал, поднял, мне кажется, невероятный шум. Фу, бля, ебать, у меня просто столько песка в глазах. Ты что, бежал за мной? Ты украл картинку Тимати, ты с ума сошел? Бля, вот ты прикололся за мной, я от этого тоже угарнул. Нормально все, да? Нормально. Не обижаешься? Все, надо вернуться. Ну, ты что, поедешь так сразу? Не, пацаны, ну это какая-то ненормальная тема. Короче, ребят, мне кажется, получилось круто. Я реально просто навел такую шумиху в Москве. Если вам понравился ролик, ставьте лайк. И, друзья, у Раши будет канал, посвященный Black Star картингу. Ссылочка будет в описании. Он планирует устроить гонку блогеров. Я в ней буду обязательно участвовать. Поэтому, если вам интересно, переходите и подписывайтесь. А я, мне кажется, мне пора в Питер ехать. Все, это какой-то пиздец. Это был просто лютый контент. Всем пока. Где автобус?